совершали литургию. Все. Это никак не препятствует. Другие какие-то занятия, там, допустим, он скажет, но ответ не по делу был. То, что он совершает литургию, он отслужил, ну, как вот, возьмите, иговист или кто-то, у них наоборот, если он совершает, то он должен 170 встреч с людьми где-то идти благовествовать. Это ни одно другому не препятствует. А не так, что отслужил литургию, ушел, и дальше ты никуда. Нет. Это наоборот побуждает к благовестию. Ответ благовестие. Благовестие только ехать на урывку куда-то и прошел по домам. Только в этом благовестие. Помни, нигде не вместе, ни в образе, нигде благовестие не может. Еду я в автобусе или в поезде, это не считается. Только вот то, что так, соберите, ты все, свои проехал на машине, по квартирам прошел там где-то. Только это считается благовестие. Игорь, отвечай, батюшка вопрос задал. Я поедела, видела, как они едут. Так, не, видите, батюшка, у нас на сутках все. Так, мы прошли. Прошли. А. Подожди, отвечайте. Назначенное время людей зовем. Люди приходят, беседа состоялась. Вот это самое главное. А башка в царе ведут. Апостолы песочком ходили. Беседа в 3 часа. Благовествуется в основном один, а все остальные почти все молчат. Это раз. А потом апостол Павел там или кто там. У каждого своя возможность идут по улицам. Апостол говорит литургия. Но литургия как там была. Она совершенно другая. Она там была несколько минут. Именно само заключалось в сутом. Либо преломление. И сейчас, по сколько часов стоят, как батюшка устает? Так, Игорь, на вопрос батюшкин ответь. Все не то. Так, заберите. Батюшка, уточните вопрос, а? Я тебе не задавал никакого вопроса. Не вопрос, он сказал, что это самое. Проповедь считается только, если куда-то ехать конкретно в урыбке или все. Автобус, нет, поезд, где-то другое. Это частное. Это твое. Это все он это имеет. Заберите твои ножи, кружки. Хлеб это не мой чек. Ваш? Это частное. У меня нет, конечно, ни видео, ни фотоаппарата. Тебе, чтобы она была видео, фотоаппарат. Вот это благовестие. Знаешь, в семье работает. Фотоаппарата благовестие. Это тоже благовестие. Ну зачем говорить с вами? Батюшка, ты почему? А ты откуда? Не, ну он... Когда у нас семье порядок, нормально, а тогда можно и, батюшка, как говорится, дерзновение муж кому-то что-то говорит. Или ко мне. Кружком здесь. Болились. А то он переживает, что к ней никто не ходит. Так, заберите еще это, кто принес.